Как говоришь, тебя зовут? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Ты вообще откуда взялся? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Способность, которая позволяет уверенно пиздеть. По-твоему, если выебать надувную куклу, это тоже измена? Тоже предательство? Ну, не совсем. А какая разница, надувная кукла или живая? Да просто живая — это мясо, а не латекс. Чего непонятного-то? Вот именно, просто мясо. Ничего не понимает, ни о чем не думает. Тот же латекс, только живой. Это такой современный вид дрочки. Вот и все. Бля, а ведь логично, сука. Везем тебя к криперу. Тут рядом несколько минут. Выдержишь? О, а есть варианты? О, Вот это я понимаю, профессиональная работа. Плавия мне теперь каждые 10 минут напоминает, какой ты невъебенно крутой. Думаю, эта похвала вполне заслужена. Наемники вроде тебя редкий вид. Заказ закрыт, деньги я тебе уже перекинул. Я сделаю, что хочешь. Да, ты меня нашел. Поздравляю. Доволен. По шкале от 1 до 6. Пожалуй, крепкая шестерка. Но мы оба знаем, что будет дальше. Я тебя перезагружу, а то Деламейн тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну. Я тебя убью, а торт, кстати, уже съели.
Как тебя ненавижу. Либо ты отключишься, либо я пущу тебя на металлолом. Вот результаты теста. Ты ужасный человек. Я серьезно. Тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. Почему ты так боишься возвращаться к Деламейну? Зачем с этим тянуть? Я до сих пор не убила тебя, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожил центр, отвечавший за любопытство. Желчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и умерев, будет забыт. Мне сложно принимать на веру твои психологические оценки. Ты ведь меня обнулить пытаешься. Чего ты хочешь? Остаться в живых? Ты довольно активно шевелишься, но на самом деле ты мертв. Откуда ты? Разговор окончен. Я возвращаюсь. Сеть Деламейн приветствует вас. Как ваши дела? Да, бывало и лучше. Ты как сам-то? Все мои утраченные фрагменты возвращены. Можно сказать, что дела мои чудненько. Прошу вас по возможности загляните ко мне в офис. Вас ждет заслуженная награда. Я буду рад вручить ее, так сказать, лично. Тебе скучно? Пойди в бар, доебись до кого-нибудь. Что Логана Гарсию уже везут сюда на полной скорости. Душевное тебе спасибо, Ли. Заказ выполнен просто идеально. Чего ты ждешь? Любуюсь видами, блядь. Кругом полный пиздец. Ёбаный в рот. Джонни, можешь помочь? Ты же вроде со мной не разговариваешь. Да ладно. Сейчас вот разговариваю. Что теперь? А теперь можешь идти нахер. Нет. Нет. Она уже не работает на Протеру. Ты чё, блядь? Ага. Ты? Не-не, забирай. А то хер знает, что ты там в рот брал. Дай-ка я. Ах ты, сука! На-ка. О, теперь понимаю, почему мы его взяли. Обнаружены новые отпечатки пальцев. Чего, блядь? Повышаю громкость на треть. Обнаружены новые отпечатки пальцев. Это что еще за херня? Обрабатываю запрос. Технические характеристики. Прототип умного пистолета со встроенным искусственным интеллектом. Имя Скиппи. Скиппи? Серьезно? Повышаю громкость на 66%. Имя! Я не глухой. Принято. Слух в норме. Возможная проблема – низкий уровень интеллекта. Скорость речи понижена на треть. Меня зовут Скиппи. Нет, я в смысле… Ладно, проехали. Парень в мусорке. Твой владелец? Проверка памяти. Доступные ресурсы – 100%. Все файлы удалены вручную. Возможная причина – краша. Исходный владелец. Данные отсутствуют. Предлагаемое решение – отсутствует. У меня оно есть. Я тебя заберу. Обработка запроса. Возражений нет. Имя можно поменять? Нет. А почему? Вообще-то я твой хозяин. Повышаю громкость на 300%. Нет!
Для выполнения этого действия необходимы права администратора. Этих прав у вас нет. У тебя все нормально работает? Запускаю диагностику системы. Проверка займет около 47 секунд. Пам-пам-пидам. Пам-пам-пидам. Чего? Что ты делаешь? Скрашиваю ваши ожидания приятной мелодией. Бум-бум-пидум, бум-бум-пидум-бум. Проверка успешно завершена. Программа Skippy Alpha версия 0.01 работает исправно. Ладно, ладно, а что ты умеешь-то? Кроме как по ушам ездить. Основная функция – автоматическое наведение. В случае угрозы пользователю – автоматическая стрельба. Выберите один из двух режимов работы. Режим первый – пацифизм и щеночки. Огонь ведется по нижним конечностям противника. Режим второй – хладнокровный убийца. Огонь ведется исключительно в голову. Хладнокровный убийца – как раз по мне. Применяю настройки. Пам-пам-пидам, пам-пам-пидам, пам. Ой. Поздравляю. Выбран режим «Хладнокровный убийца». Приятной резни. Ошибка. Преждевременный выстрел. Со мной такое в первый раз. Простите. Я случайно. Прошу прощения. Люблю развлекать людей. В глубине души я клоун. Угу. Ты только к детишкам на дни рождения не ходи. Да, не стоит. А как ты с гранатой на роже? А что такого-то? Ну, граната и граната. Это окей. А что будет, когда тебе по ней прилетит? Что за глупый вопрос? Ну, взорвется. Так что ты этот момент учитывай. Ну, видишь? Бассейн, блядь. Мы королева дорогая, и никто, никто у нас этого не отнимет. Ага, а завтра пойдем в ГИМ, купим чего-нибудь, немного, по мелочи. Платье Аванте и еще икры. Всегда хотела попробовать, что это за херня. Я раньше думала, что как куриная ножка, но у куриц есть же икры. Пойдем и попробуем все. И бустеры в бокале. С пальмочкой. Ну ты дура. Пальмы были в рекламе, а не в бокале. Да-да, все равно. Пойдем в ГИМ и потратим пердиллиард денег. Да, скорей бы. Супер. Просто попали. Супер. По нам двигатели еще работают. Они сейчас уйдут! Ничего, не уйдут. Нам надо их догнать. Минутку. Панам, ты что вытворяешь? Подождем, пока они появятся, и поедем за ними. Или ты больше никогда не появишься в облаках, или я прямо сейчас тебя прикончу. Отличный план. Ты только об одном забыл. У меня тоже есть кукольный чип. Отдави ума, твоя труда. Выход на нижнем уровне апартаментов. Там рядом будет лифт. У вас, может, и карты неба есть в библиотеке? Конечно. Вот тут большая медведица. А вон там справа, видишь, звездочка мигает? Да. А видишь, да? Это значит, что у большой медведицы течка. Спокойной ночи, Ви. От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния»
Желаю вам, блядь, приятных сновидений.